Приветствую, дорогие друзья, на канал BB Play. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, как уже видите на экране, у нас 46-й день, еще 2 дня до Дня Орды. Мы ввели некоторые изменения в игре в плане того, что поменяли малость бункер. Запланировали еще одну построечку, как раз эту построечку я вам покажу. Мы будем строить, у меня, друзья, дротики, ловушки для дротика мы будем строить. Для этого нам понадобится часть растяжки, ну, реле электропроводов и ловушка фактически с дротиками, да. Ну и плюс блоки для постройки основания, где это все будет помещаться. Итак, что мы в плане изменили базы? Видите, друзья, я тут поставил вот такую бляха-муха стенку. Она полностью из бетона пока что. Сейчас посмотрим. И здесь, друзья, у нас есть люк, который открывается при помощи вот этого сенсора. Мы когда сюда заходим, он открывается, и мы просто шмаляем по зомбарям. А если, например, у нас коп плюнул в нас, мы можем быстренько раз отойти, и это хлыбысь, и это все закроется. Да, дамаг пойдет по внутренним, наружным панелям, потому что это эти блоки обшиты еще панелями желез. Так что это нам не страшно. Так, давайте, значит, друзья, это еще вот улучшим пока что. И второе, что мы будем делать, ну, как я уже говорил, мы будем строить место для дротиков. Это для этого понадобится нам строение сзади. Да, кстати, еще построил вот эти лампы, да, такие вот, смысла большого нет. Ну, дают чуть-чуть света, но, скажу так, эти, блин, дают только да больше. Если бы я, наверное, их просто повесил, да, они дали больше света. Потому что там по каждому стоит, по каждому генератору стоит на временном реле. То бишь, они включаются у меня в 9 или 8, точно не помню. Вот. Что касается дротиков. Дротики стреляют на расстоянии 27 кубиков, да. Эти вот таких вот кубиков, да, у нас. И по идее, как я планировал, я считал, они где-то должны остановиться вот где-то здесь, в этом районе. Ну, если какой-нибудь зомбарь до отсюда берется, это уже будет для него героизм. Вот, ловушку для... Вот эту вот мы сейчас, друзья, здесь ни глаза не мозолила. Она будет активировать нашу... Эту, как его, на наши дротики. Так, пойдем сюда, сходим, вот так. И я специально здесь оставил место для дротиков. Пусть они уже здесь с самого начала начинают палить по ним. Если у нас, конечно, у нас не получится, потому что у нас этот блок стоит не в том положении, как он должен стоять. Жопа. Ладно, можем чуть-чуть что-то поменять. Или нет? Подожди, знаешь, что мы можем сделать еще? Мы можем сделать другую вещь. Сейчас мы быстренько сбегаем обратно домой. Сейчас бегаем домой. Можно было, конечно, сюда ставить, но не хочу сюда ставить, слишком далеко. Ну вот, и зомбари так обычно до этого не дойдут так далеко. Не подойдут так близко, вернее, к нам. Вот. Так, нам поставить, что сделаем? Мы построим сейчас. Подожди, может быть, у меня уже есть. Не знаю, сейчас посмотрим. У нас есть. Нет, у нас нет. А это можно забрать, чтобы мало ли нам понадобится. Сенсор нам не нужен будет сейчас. Здесь мы сделаем 2 железа. Изготовить 20 секунд, нормально. Так, хорошо. Так, что нам еще понадобится? Так, это у нас есть, это дротики у нас. Кстати, надо сразу дротики, чтобы делались железные дротики, боеприпас. Сколько вы можете сделать? 1300. Давай, будешь делать 1300. Сколько тебе времени понадобится? 20 минут 40 секунд. Я не помню, сколько он заряжается в этот блок дротиками. Точно не скажу, друзья, не буду врать. Увидим потом, когда поставим это все дело. Так, это идем сюда. Вот так. Раз, так, хорошо. И ставим сейчас, друзья, вот такую вещь. Сюда идем. Это вот так. Вот сюда так. Ну, становись. Но будет трудно попасть, да? Ах ты ж жопа. Вот. Повторить поворот. И... Вот. Улучшенное. Я хочу, чтобы
Ага, или все получится, конечно. Так, секундочку. Забыл включить музыку, чтобы было более интересно. Так, получилось только его поставить одним способом. Мы подсоединились к этому основному блоку, да, чтобы получить положение правильное этого дела всего. Так, смотрим, да, сейчас это... без нужно, ладно. Ставим, значит, сюда вот такую вот диадему. Растяжечка одна. Идем тогда в тот конец. Это у нас как сервисная доска. Обычно сюда зомбари ничего не делают, они сюда не могут продамажить, потому что они больше концентрируются на эту вещь. Вот, идем сюда, значит, нам надо... Здесь, по идее, должно встать нормально, потому что здесь у нас нет реле. Да, как видите. О, здравствуй. Здравствуй. Ты что, заблудился, дружище? До свидания. Так, и, кстати, друзья, я перераспределил очки. Я купил эликсир и перераспределил очки. Ну, чтобы вам было, если вам интересно, вы можете посмотреть, как мы их распределили. Если там посмотрите на паузу, нажмете и увидите, если вам это интересно. Это более базировано на снайперскую винтовку, но автоматической, но на автомат, на вот, пулемет и все остальное. Вот, как видите, у нас тут... Я ничего не вкладывал в эти дела, только чуть-чуть в добычу, чуть-чуть в повара, чуть-чуть в тиранозавра. Вот, у нас в пулемет бахано 5 штук, да, потому что, ну, он 240 выстрелов в голову наносит урона, да. Еще мы сделали... Куда мы влезли? Мы влезли в... Подожди, куда? Где это было? Вот, злоумышленник, чтобы сможем прострелить сразу двоих врагов. Вот, и... Такая вот тема, да, вот получается то, что penetration, да, то бишь, вот, поворот. Используя охотничье оружие или снайперскую винтовку, чтобы подрубить бронебойным поворотом дополнительную цель и блок прочностью до 500 очков жизни, да. То бишь, мы можем двоих завалить, если мы будем стрелять со снайперской винтовки, да, полуавтоматической, которая у нас есть. Итак, чтобы соединить растяжку, нам, друзья, надо будет подсоединиться к электричеству. Так как у нас генераторы работают, и у нас есть рубильник к этому делу, да. Сейчас это мы и сделаем. Так, кстати, мне надо сейчас это будет упасть вниз. Так, вот мне нравится, что вот как торчит, как писец, то пися какая-то. Ну ладно. Так, и что на... О, блин, а я стиплер взял? Да, я взял. Берем сразу такую вот тему. Идем. О! Неужели я не смогу достать? Вот так. Вот так. И сейчас мы берем, убираем это, забегаем сюда. Ну, пошел наверх. Блин, как мне казалось, что там будет зомбарик какой-то. Ой-ой, давай. И отсюда мы уже тащим непосредственно к самой ловушке. Даже так сделаем, чтобы там по бокам не лазить и не тратить время зря. Вот так. Он отлично. Подожди, что-то я не понял. А ты что такое делаешь вообще со мной? Подожди. Ну все правильно же должно быть. Подожди, почему ты отсоединился? Ладно. Это как поднимать? Ну. И сейчас, по идее, ты должен подсоединиться к релюшке. Или я что-то неправильно делаю? Подожди, что-то туплю. А, не, все, сейчас работает. И отсюда мы тогда, получается, введем уже непосредственно к реле, которое у нас здесь, друзья, будет. Вот смотрите, его сюда поставим, потому что я хочу, чтобы он под землей пошел. Сюда мы ставим релешку. Вот так. Отстань. Так, сейчас мне надо понять, откуда мне надо тащить электричество. Так, там закрыто, там идет. Скорее всего, отсюда, с этого я должен тащить. Сейчас проверим. Да. Идем сюда. Отсюда мы уже идем. Ой-ой.
А подожди, направить еще сейчас. Турели работает? Да, все нормально. И отсюда мы уже идем вот. Что? Не, не говоришь, что не хватает места. Ты же жопа, а? Окей. Это плохо. Мы можем, знаете, что сделать тогда, друзья? Таким способом мы можем. Мы можем. Блин, у меня нету этого. Ах ты жопа. Окей, значит, раз ты так со мной поступаешь, сейчас пойдем, блин, тебя сделаем чуть по-другому. Так, у нас двигатель готово. Да, все отлично. Это вырубаем. Так, дротики там делаются. Нам нужно, что нам нужно? Подожди, сейчас я что думаю. А, мне надо заправить. Отлично. И здесь тогда мы будем делать вот такую тему. Где центр? Центр здесь. Это что ты не падаешь нанутрь, а? Морда. Так. Сюда мы ставим следующую релюшку. Вот так. Значит, это убираем, это убираем. Здесь мы пропиливаем. Ой, еще делаем. Так, ставим блок. Ставим релюшку. Так, нихуя. Ах ты, жопа где-то есть. Кто-то лади здесь и сюда, нахуй. Вот тут рычал на меня, не? Или мне поглючило уже. Походу поглючило. Ладно, хуй с ним. Так, вот так. Ну, дружище, давай. Иди сюда, иди сюда. Так, вот так. А, все, он уже подсоединился там, окей. Значит, отсюда берем. Ай, так что ж ты будешь делать? И тащим. Вот так. Отсюда. Вот сюда. Окей. Здесь все нормально. Работает контакт, сейчас проверим. Я не вижу. Да, да, все работает, все хорошо. Это можем закрывать. У нас есть на это вот такой блок. Грязь. Ну и, собственно, бетон. Потому что туда явно зомбарь не залезет. Вот так делаем. Значит, сюда мы что делаем? Мы здесь опять же тоже. У нас тут все захорошо, все замечательно. Мы сюда ставим бетон. Не бетон, а вот эту землю. И равняем блок. Угу, не хочешь, да? А если он вот так, отлично, замечательно. Так, здесь опять же я засыплю пока что. Оставлю только одну. Чтобы было подсоединиться, можно было к этому делу. Нам надо строить его высоту в 6. Высоту надо строить. Оставить 2 посередине открытыми. Ячейки, да? Так. Я, может быть, слишком широкий его делаю. Думаю, даже да, не надо такой широкий. Просто мы сделаем вот 1-2. В 3 в широту. Так, надо. Так, где-то у нас получается центр. 1-2-3. Ну, 3-4. Подожди, мне кажется, еще не хватает, да? Ну, сейчас кажется, да? Ну да, и сюда мы сейчас ставим тогда. Надо разобраться еще, как его оставить правильно. В какую сторону будет стрелять.
Тогда для этого нам надо, знаете, что, друзья, сделать? Нам надо для этого построить... Блин. Построим пока что площадку. Чтобы мог передвигаться и смотреть, как это все выглядит. Так. Так. Ага, вот, 5 штук. Надо будет потом еще сделать сзади. Раз. Два. По идее, он должен стрелять всю вот эту высоту вот туда прям. Ну, в идее. Не знаю, когда получится на самом деле. Итак, смотрим, сколько у нас тут получается дротиков. А, не вижу своих дротиков, да? Хорошо, ладно. Нам надо будет тогда построить еще лестницу сюда. Ну, лестницу построим мы сзади. Хм, как-то так. Чтобы заряжать, по крайней мере, эти дротики. Так, значит, это мы делаем вот так. Даже не буду сюда ничего делать, а так поставлю. Проэкспериментируем, потому что, ну, должно работать. Вот так, отлично. Отлично. Ну, этого как-то будет вот так. Нихуя себе машина, блин. Машина для убийств. И сейчас смотрим. Вот я ступил, да? Нормально, 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 нормально. Ну. Ах ты жопа! Подожди, еще не могу подсоединить дротик к дротику? Ча, подожди, еще это что-то неладное такое. Да, ну. Могу я так тебя тут забайтить, не? Не могу. Ну, блин. Кропотливая хирургическая работа. Вот так. Окей, значит, если ты не хочешь так, значит, будем делать по-другому чуть так. Надо, наверное, забраться наверх. Подожди. Отсюда. К тебе. Все. Отлично. Должно быть работать так. Что? Посмотреть? Что посмотреть? Ну, это понятно. Так, хорошо. Вот это так выглядит у нас, друзья. Пока что. Сейчас проверим, у нас ли работает это все дело. Так, пошли за дротиками. Так что зомбик должен идти сюда, он тут потрясется, потом заденет растяжку, и это все должно ему... Блять, не получается, что слишком низко. Не вижу, что слишком низко. Ты твою мать, твою мать. Ну, 6 должно же быть, ну. Раз, два, три. Блять, не понимаю, а сколько там с высотой? Здесь же 6 в высоту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну. Шесть. Раз, два, три, четыре. Блять, один кубик, сука. Я снять, взял мой зовой французский. Блин, надеюсь, я могу снять эти ловушки. Но я не уверен. Ну, алло. Не могу их снять. Охереть. Ах, боже ты мой. Это вот это облом. Этот нормальный, а вот этот нет.
Бляха, мог, знаешь, что друзья начать? Мне надо ломать этот бляха-блок. Твою дивизию. Потому что он не снимается. Не знаю, это нормально ли вообще? 2500, блин. Хорошо, хоть я не подключил энергию к этому делу. Ой, я дротик не заложил. Ну ладно, дротик-то можно было вынести, по-любому, это не проблема вообще. Так что, друзья, почну сейчас и вернусь. Итак, все мы забубенили. Сейчас пойдем ставить ловушку. Так, я построю... А, строится мне еще лестница, да? Ах ты, блин, не успею. Не успею не построиться, пока я тут буду лазить. Думал, что сейчас лестницу поставлю и залезу туда. Так, мне отсюда надо... Тут будет нормально. Раз. Два. Три. И, ну, еще одну лестницу. Сколько там долго? Будет долго еще строиться надо. Делаться, да? Ах ты, жопа. Ладно. Ладно. Пока она там делается, эта лестница, мы туда таким образом залезем туда и все. Как обычно, друзья, как обычно. Воу. Что-то тут подлагивает, начинает уже, не знаю, что происходит. Так, а лестница уже готова, так, это мы забубеним. Так, нет, дружище, не в ту сторону. Правильно встал? Эу, ну, копир, бля, что это парись? Бля, так и знал, что я сломаю ноги. Твою мать. Сука. Неуклюже, блин. Ну, неуклюже. Что ж поделать? Я же специально, блин, последний блок тогда ложил вниз, чтобы не сломать себе ноги нахер. А вот тут поленился, молись. Так, значит, сюда. Вот так. Так, у нас уже есть дротики. Я сделал 500 дротиков здесь. Байпас заблокирован. Байпас заблокирован. Окей. Следующее, что нам надо сделать. Нам надо протащить электроэнергию. Тут я уже думаю, у нас поможет наша лестница. Если вдруг... И здесь вот такую лестницу еще надо поставить. Отлично. И отсюда мы ложим вот сюда. Отлично. Супер. Замечательно. И тут можем мы сделать за 200 дротиками. Все нормально. И здесь можем, да? Да, отлично. Все, и слазим вниз. Отлично. Все супер. Все супер. Здесь мы... Подожди, мне надо как-то... А я не смогу ничего видеть, да? Нет, не смогу ничего... Блин, а я там некрасиво сделал. Надо было... чтобы по фэншую все было, в конце концов. Иди сюда. Потом, я еще не знаю, понадобится нам рядышком еще усилить эту оборону, не знаю. Ну-ну-ну-ну, что ты тут? Тут еще можно, конечно, свет влюпить, блепить. Поставить, знаешь, вот такие эти... Да, это этим займем сейчас, друзья. Здесь я просто... Что я делаю? Здесь просто я беру землю и засыпаю землей. И выравниваю поверхность относительно блоков. Это делается таким вот образом, друзья. Кто не знал. Маленькая подсказочка. Ну, скорее всего, я думаю, что все это знали. И заметили, скорее всего, что это вот так происходит. Что он выравнивается по основанию того блока, к чему, к которому он привязывается, да? Тут еще в идеале было бы... Надо поставить бы эти дощечки по бокам, чтобы он... Зомбари, если вдруг кто-то тут сюда залезет, чтобы не цеплялись за... Вот такие вот, вот эти углубления. Ну, по идее, не должны они сюда лезть. Они сразу побегут уже к тебе. Вот туда. Вон сюда. Так, все подсоединено, по идее. Сейчас бы в идеале проверить какую-нибудь зомбаря нахер. И вообще было бы идеально. Ну да ладно. Надо ждать ночи, чтобы это все сделать. Ну давай уже, шевели своими копытами, дружище. Так, что нам... А, я за светом, я ходил за светом. У нас, кажется, был свет, если не ошибаюсь. Или нет?
Оказалось, что у нас был свет. Оказывается, нет. Ладно. Больше туда ставить, конечно, мы не будем. Так, что нам надо для создания лампочки? Лампочки. Лампочка, вернее, это... Нам надо было масло, по-любому нам надо масло, вот это, и железо, или пластмасс тоже, кажется, нужно было. Так, где наши светила? Электричество и клей-коленка. Ой, не механические, а электрические запчасти, ладно. Сделаем мы... Где ты? Фонарь. Сделаем пока что два. Больше не надо будет. Все остальное можно выложить. Так, это что? Железо выложить. Это выложить. Масло выложить. Цемент пока что не нужен. Что здесь у нас? Эти детальки можно выложить, наверное, да? Не, нам это понадобится, чтобы залезть наверх к этому. Это можно выложить. Тут у меня всякое. Тут хоть написано Tools, но тут все, весь все барахло у меня валяется. Так, ждем, пока сейчас лампочки наши скрафтятся. Что здесь у нас крафтится еще? А, у нас крафтится тут еще дротики. Но дротики я тебе оставлю здесь пока что. 500 дротиков, там 1000 дротиков, я думаю, полностью достаточно будет. Так. Что у нас по патронам? Ой, очень много патронов для эмочки. Так, вот. Так, что у нас здесь? Это надо будет починить. Это надо будет починить. Дробаш, я уже считаю, друзья, смотрю, нету. Не, он хорош, но не знаю, я думаю, я лучше, если найду шестой акусик, я буду с акусиком бегать, а не с дробашом. Дробаш очень медленно перезаряжается, и иногда это чревато последствиями. Ты можешь нормально отхватить люлей, блин, пока ты там перезаряжаешь свой дробаш, если ты заранее об этом не позаботился. Так, где наша кисточка? Нам надо же доделать так, чтобы все это выглядело однотонно. По идее, это должен высохнуть и показать себя в лучшем свете. Так. Ну и здесь уголок еще надо как-то выцелить. Замечательно. Под низом, конечно, не так важно. Главное, что мы это видим. Вау, сук. Блин. А, заодно пойдем заполним аккумулятор. А как я тут так некрасиво поступил, а? А я даже не апгрейдил вообще, как я так посмел? Во. Ты сломал ноги, нахуй. А, потом это разберемся. Пойдем проверим, что у нас здесь с топливом. Нормально. Заправочка. Больше здесь, наверное, будет потрачено, да? А, нет, тоже ничего. Он же на холостом работает, 1 ватт используется энергии. Чисто только на обеспечение рубильников. Да, потом холодильник здесь собрать. У них холодильник, а нашу... Наш огородик. Так, у нас здесь должна быть шина, походу. Или нет? Надо будет создать шин. Ладно, черт с ним. А чё ей парю мозг себе нахрен? Он так сделал. Встал и красишь, наверное. А тут, блин, пытаешься, блин, не знаю, изобрести велосипед. Так, пошли сделаем еще, блин, что нам надо для создания... Шины. Клейка лента, доска и ткань. Клейка лента, доска и ткань. Давай создадим три штуки. Бог любит троицу, как говорится, да? Доски выкладываем. Мне нужны. Клейку ленту тоже сейчас вылезем. А это можно использовать. Отлично. Мы хоть нормально можем передвигаться, да? Так, а что я вообще, зачем я шел? А, свет. Я уже забыл, что я хотел сделать. Так, ладно, свет. Пойдем поэкспериментируем со светом. Так. Свет светом.
Так, это убираем, это ставим. Один. Два. Сейчас должен быть тут все чики-пуки. Отлично. Ну и сейчас проверим эту. Ну сейчас не получится, придем как эту зомбаря найти, блин, чтобы я проверил эту тему. Как идея, план в том, что он идет сюда. Они тут быстро обычно проходят все мимо. Они получают шок. Он идет дальше. Он пересекает эту растяжечку, и эти начинают по нему елозить, мутозить и стрелять по нему. Не знаю, сколько он стреляет в раз сразу, но знаю, что будет стрелять он до сюда. Пока это, он не знаю, или как там сенсор работает, что он как убил, сразу перестает стрелять, или просто нон-стопом стреляет, как-то без понятия. Это надо потестить еще. Потому что я сейчас завязал с тестовым сервером, потому что, ну, и был, я играл на двух разных аккаунтах, то бишь я здесь посмотрю, как это будет выглядеть вообще в общей сложности, или это является вообще эффективным делом. Вот, так что здесь такое? Ну все, да, так, посмотрим, что у нас, может, починить надо? Нет. А зачем тогда много так лестниц сделал, вопрос? Хорошо, ну ладно, потом, может быть, что-то мы как-то красивее сделаем. Ну да, вот здесь, друзья, я говорю, вот эти лампы сраные, не знаю. Ну сейчас, конечно, пусть они там уже работают, я не буду уже сносить их. Вот, они все питаются одним генератором. Кстати, посмотрите, сколько он электричества здесь затратил. А, очень мало. Одним генератором, который врубается в 9 часов вечера. Или в 10, точно не помню. Но смысл в том, что, ну, короче, ничего. Этот взаимодействие с прожектором, можно что-то нацелиться, да. И я нихера не вижу, да. Вот, это что он видит, да, это вот это. Где он свет кидает. Или мне просто неудобно так что встать, чтобы за ним вот так наблюдать. Потому что места мало. Но смысла все равно нет никакого. Очень слабо светит. Если был вот такой вот, у него как бы пучок белый, а не синий, может быть, было бы все иначе. Голубой, синий, блин, кому как так. Ну ладно. Ладно, пошли. Потому что сюда они не идут, они, как говорю, направляют сразу сюда. Ну, я думаю, что очень... Я думаю, что этот рейд будет еще легче, чем предыдущий, друзья. Что могу сказать? Мне так кажется. Потому что у нас целая куча мясорубок, они живыми, вот, например, где кто-то прорвется вот здесь в обороне, да, у нас, они живыми до этого места не доберутся, это по-любому, это я могу 100% гарантировать, их просто здесь пошинкуют, как и в прошлом раз, как у нас тут получилось, что мы стреляли вообще минимально, только чтобы привлечь зомбарей, чтобы они знали, где мы находимся, потому что, ну, сейчас, это, алло, открыть, вот это вот, не знаю, как эта идея будет работать, но... До сих пор это все работало. Я тут еще парочку зомбов. Ну, конечно, ночью тут байтил зомбиков, и они все бежали. Потому что, знаешь, я сомневался, что они побегут сюда, потому что здесь бронированная дверь стоит, 7000 хпшек, да, почти что у него, что они сюда побегут. Ну, они бегут, и довольно-таки охотно. И как видите, да, у нас на уровне находятся сейчас ловушечки, друзья. Ну и посмотрим, что с этого получится. Так что будем ожидать ночь орды. А на этом, друзья, мы сейчас перекрутимся на день 48. Вам это будет копеечки. Ну, я тут чуть побегаю, сейчас еще полутаюсь. Подготовлюсь относительно. И скоро вернемся, друзья. Так, все, музыка запущена. Ну и пошли, друзья. Надеюсь, все будет хорошо. Так, врубаем это. И идем. Надеюсь. Так, проверим, ли у нас свет поступает в тот конец. Я не вижу. Так, подожди, секунду. Блин, у нас времени не хватит. Мне кажется, у меня дротики не работают. Потому что я там поставил... А, все правильно. У меня же стоит, блин, растяжка там. Я, короче, поставил свет, чтобы понять, ли там есть энергия, к этому подходит. Я же растяжку-то, она будет включаться в растяжке. Заодно и посмотрим. Ну что ж, друзья. Еще парочку минут. Так, я уже подготовился, как видите, да, у нас 1064 патрона на эмочку.
М60, да, бронебойных у нас 576. Здесь у нас, кстати, я тут и так взял чисто пофаниться на 300. Следующий у нас идет напиток по для получения 20% опыта. Это у нас на 400 урона, это на крайне... Ну и кофеанки, сейчас мы дёхнем, чтобы он восстанавливал выносливость на 30%. Чтобы, потому что когда мы будем сидеть в прицеле, у нас выносливость уменьшается, как вы знаете, да? Так что давай сейчас подождем. Как только десяточка наступит, она уже сейчас уже, в принципе, можно врубать. Сейчас пойдем. Ну, посмотрим, друзья, как наша работа в течение 7 дней оправдала себя. Как вы знаете, улучшили мы все вниз, улучшили, сейчас дротики поставили. Ну и посмотрим, как это будет в конце концов. Давай, джохаем. Джахаем. 6 минут. Сразу беру тоже вот это, буду джахать. Как только появится первый зомбарь. Или даже, может быть, подождем чуть-чуть. Я надеюсь, этот люк у нас работает на отлично и будет все замечательно. Я тоже, опять же, планирую, что сейчас не должно быть очень много работы у нас, так как у нас есть дротики, у нас есть мясорубки, у нас есть электрозабор. Так что, думаю, ну, по минимуму будем тратить патроны, я так думаю. У нас сражение будет делать все вместо нас. Смотрим, что у нас сейчас получится. Так, шухрис, ну, 3 минуты. Ну и джахаем. Давай. Бам. Отлично. Ну, идите сюда, пацаны. Я здесь. А, ну, уже работа идет. Мне сейчас интересно, как будет работать наш это. Ну, вот, уже 1000 очков, и мы еще ни разу не выстрелили. Ну, да, понятно, что у нас поломаются наши... мясорубки, но у нас там очень много их, так что они должны продержаться до конца. Больше всего опасания вызывает это взрывные пацаны. Давай, пацаны, идите сюда. Мы должны контент делать, ну. Блядь, 2000 очков, и никто еще не пришел к нам. Потому что они спавнятся не с той стороны, походу, да? Ну, волна самая большая, мощная, пойдет в 12 часов. Но уже и уровень поднялся у нас, да? Пока мы тут тусуемся, ну вот. Видите, друзья, как мы работаем, да? Сооружение работает в нашу пользу. 21 век, технологии. Я надеюсь, кто-нибудь доберется до конца до нас. Не, ну мне очень пока что радует это вот это все дело. Помню, когда я первый раз ее играл, вообще это было очень давно, и я стримал очень по поводу этих зомбарей. А тут смотрите, друзья, вообще все просто шикарно. Так, уже одна мясорубка уже повреждена, слышу, уже кряхтит. Ну вот там один идет, смельчак, но он, пока он дойдет, он сдохнет. Даже хочется просто сейчас взять и вырубить мясорубки, блин. Чтобы у нас это что-то было, происходило здесь. Ну, я не знаю, друзья. Ну вот, видите, у нас, ну... просто шикарно. Да ты иди по другой амплитуде, дружище, ну. Чё ты так идешь? Ну, она прям бежит в это. Пока они туда не спавнится, с этого места ничего не произойдет, походу, я чувствую. Или нам просто надо отрубить мясорубки. Ну, ждем 12 часов. И надеюсь, там будет уже второй спаун. И пойдет с нормальной точки спауна. Ну, просто, посмотрите на... Просто крошим. Просто вот отлетел чувак, вон, отлетел он там. Лишь валяется, отдыхает. Ну вот, дамаг по базе не идет, дамаг по мне не идет, а мы очки получаем и... Ой-ой-ой, как там их всех мутузит. Ну вот еще они становятся к этой линии и издыхают. Ну просто их там крошат.
Не, ну это, конечно, имбовая тема. Эти, ну, сейчас с той стороны пошли. Мне надо, чтобы оттуда пошли, вот. Просто нахуй. Вообще просто, просто умри. Да. Ну вот так играем, друзья. Не, ну мне очень, не, с одной стороны очень радостно, что вот такая вот система, это означает, что система доработана до идеала. Мы вообще минимально содействуем за этим делу, да. Мы, если мы хотим постреляться, мы можем вырубить сейчас мясорубки. Ну сейчас вот 12 еще наступит и посмотрим. Вырубим, может быть, их, и чтобы они, по крайней мере, кто-то пришел, статестил наши дротики. А то как-то вообще неинтересно получается. Вот они идут, они бегут и умирают все, как не знаю кто. Ну сейчас, по идее, в 12-й она должна оттуда уже попереть все. У нас там есть лутецкий, да? Да, вижу лутецкий. Давай, пацаны. Я больше патрон потратил, друзья, просто вот на это, даже не то, что больше, все патроны потратил, не то, что все, а вот то, что был, да, в магазинте. Так, секундочку, что-то тут происходит. Да, что-то тут у тебя завис, друзья. Секунда. Так, что, короче, сколько времени? 12 часов, давай, пацаны. Давай оттуда, пошли. Ну? И где вы? Я, походу... Во, смотри, один появился. О! Я не понял, а где наши дротики? Чего вы не сработали? Походу, там что-то я не подсоединил, да? А чё я, блин? У меня ж вот что есть. Во-во, пошла жара. Мне, походу, что-то я какие-то провода не подсоединил. Ну, потом проверим. Блин, вот это облом. У нас двойное проникновение, так что мы можем свободно мочить их, козлов. Ну. О, коп идет. Давай тройной. О, радиоактивный пошли. Ой, блядь, не туда стрельнул. Ой, не туда стрельнул. Я сказал, что там коп был. А, это, наверное, это как не коп был, это как его... О, плюс 30%. Видите, друзья, у нас бафы работают. Следующий удар будет 30% урон нанесет. Ой, блядь. Извиняюсь. Вот. Бам, нахер, троих просто. Мне кажется, единственное, что я обезвреживаю, то, что я смогу реально только подвредить очень блоки. Да, давай автоматом. Просто интересно, сколько у нас, какой у нас урон пойдет по зданиям там. Блядь, а как так? Почему не получилось? Почему не сработало? Я обязательно проверю. Просто я не вижу отсюда, он работает, не работает. А где какой-нибудь коп?
Так. Ни одного копа еще не вижу, друзья. Вообще. Особо как-то обидно даже прям. Я к ним так готовился. И к демолишенам готовился. Почему не знаю, почему не идет. Давай. Бам нахер. Башки нету. Ну. Радиоактивный там умер уже по-любому. Вот это уже жара нормально, это уже жара нормально пошла. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Иди сюда, давай, бля, давай, давай, давай. Это даже аж радостно. Тихо, бля, иди сюда. Ой, я тут я уже продамажил больше, наверное, этот, как его. А как его? Бетон сам, чем на самом деле я этот, как его. Зомбарей пострелял. Ой, зачем я перезарядился? Я хотел посмотреть, сколько магазинов я трачу вообще на всю ночь. Так, у нас две мясорубки уже повреждены. Уже на последних парах работают. Сдохни уже. Вот это уже... Ух ты, блядь, двойной выстрел в голову, на. Бам, на. Двойной опять. Ну вот это... Ну да, это, друзья, это перки. Перки работают. Перки работают, это радует. Просто нахуй, двоих сразу. Блядь. О, дропецкий. О, опа. Мент. Ну, где вы там? Алло, пацаны, вы чё? Вы опять с того конца пошли? С какого хера? Просто их там, блядь, просто их там крошат, блядь, по-черному. О, менты, менты. Но они до нас не дойдут. Феррел тоже не дойдет до нас. Так, у нас одна, кажется, мясорубка уже вырубил где-то. Просто я не могу. А чё ты скосячил как-то, блин, с этой растяжкой? Я чё-то недопетрил. Надо было... Мне, наверное, всё-таки надо в тостовый сервер зайти, посмотреть тоже, опять же, там... Почему там... У меня не сработало. Или, может быть, сработали, просто не заметил. Не, ну нет, не видел. Свет не загорался у меня там. Просто, просто месиво. Даже можно убрать, сюда можно оставить. Там идет радиоактивный чувак. Может, дойдет до меня? Ну, навряд ли. Мне кажется, надо будет громкоговоритель поставить, чтобы он привлекал зомбарей. Не чтобы я не стрелял бестолково, пули не тратил. Просто коп. Видите, и копы не могут плюнуть, потому что они нас не видят. А они только нас могут увидеть, когда они выйдут вот в этот коридор.
нашей, с коридор смерти, говорится, да? И тогда придется. Но, опять же, он плюет не только, ну, а, по крайней мере, радиоактивный коп, он плюет через определенное время. Этот коп еще как-то целится в тебя, а те не пробовал, там, шло натупило, тикнуло его по скрипту плюнуть, вот и он плюнул. Не знаю, с этими простыми копами как-то по-другому чуть. Не, у нас, кажется, слишком мощная оборона для 49-го дня. Ну уж больно так. Знаешь, что это сделано, да? Мы просто отключим мясорубки. Чтобы мы их могли хоть чуть-чуть пострелять. О, не-не-не, не то, сука, ну зря я опять. Вот постоянно такая хуйня получается. Это плохо, это очень плохо. Мне кажется, где-то отсоединил какие-то провода, блин. Когда я подсоединял эту катушку сраную. Ну, не катушка, а дротики. О, пацаны. Потому что не пробегает первый и вообще без проблем. А там их целых... Или они просто уже сломались? Ну, навряд ли. Очень интересно. Ну давай. Блин, они встали. Ну, и чё? Ну и здесь вообще элементарно, вообще, как-то даже, несмотря на то, что у нас профейлился, то есть с этими ловушками сраными, дротиками, я обязательно посмотрю, что за херня, и уже к следующему видосику как-нибудь, да, объясню, в чем, почему не сработало. Ну или может даже работает, просто не вижу, но свет не загорается, там не стоит вон, у меня стоит там в конце вот лампочка, и она должна загораться, когда это врубается этот... как его, растяжка, но он не врубается, значит, что-то там не подсоединено, как полагается. А тем не менее, 49-й прожит без всяких проблем, и будем смотреть, что ж там, почему же там не заработало, как полагается все, а? А ты чё, блин, диджей, блядь, Бубо, а что тут еще и туман тут? А чё так как-то очень туманно? Ну что, уже дойдем вырубать это. Да, туман на улице просто. А потом это все поставлю обратно, эту дверь. Ну где пацаны там? Ну смотри, что у нас здесь. Сталь. Извини. Ракета. А тут еще два. Ну ничего по большому здесь. Нет такого толкового. Я не понимаю, почему это не сработало. Ну ладно. Что-то явно не досчет. Ну опять же, лутецкий, как обычно, говно. Ничего нового в этом нету. Кто там кричишь? Что там кричишь? Где ты там? Иди сюда. Ой, блядь. Ой. Лежать, сказал она. Ну, итак, что у нас по итогу? Мы больше продам... Блядь, вот почему здесь не работаете? А вот поясните, поясните мне, почему наша... А так, подожди секунду. Ну и все понятно, блядь.
Ну, я говорю, что здесь у нас... Блин, я когда подсоединял, я забыл подключить... А, боже, дебил. Ну, извиняюсь, друзья. Нашли мы проблему. Вернее, я нашел сразу. Сразу, потому что я понял, где-то что-то я не подключил. А ты, когда подключаешь другой дополнительный источник энергии, он тебя срабатывает чуть-чуть иначе. Он тебя отключает. Итак, ну, сейчас пойдем, подведем итоги. Пойду подключу, в конце концов, эту день дрянь эту, блин. Как же так? Ну, ёп-макарёк. Так, надо посмотреть, что у нас продамажили. Ну да, ну вот, это первая мясорубка, которую я раздамажил. Это будет раздамажено, да? Ну, чуть-чуть здесь будет. Ну и все вдоль. Ну, так скажу. Две потеряли 75% хпшек, а вот остальные где-то по... Начиная от 30 до 40%, даже меньше процентов. Ну вот здесь теперь. Чуть, ну будет здесь побольше, конечно, но здесь вот еще одна так выше. Ну, так, где тут у нас продамажено было, что-то я видел. Или нет? О, да-да-да. Ну, как обычно, здесь углы будут, наверное, продамажены чуть-чуть, да? Или нет, на этот раз нет? Нет, тоже странно. Странно. Странно, очень странно. Так, ладно, подключаем это. Да. Ну, я опять же должен все подключить заново, что ли, не понимаю. Ну, вот сейчас оно должно было сработать идеально. Но, может быть, зомбарь какой-то появится здесь, блин. И ладно, посмотрим, что здесь. Да, ну, что-то подстреляли, мы, скорее всего, подстреляли больше, блин, в этот... Да, чуть-чуть подамажили. Так, вот так. Но больше подамаж будут эти и сами дротики, потому что у нас там получается, мы находимся, при этом люке мы находимся на уровне дротиков. Потому такая вот тема получилась, да? А здесь потому что я просто косячил. Блин, вот так. И главное, что еще... Проверял же, все работало, блин, а потом как хуяк, кстати, вот такая вот лажа получилась. Ну, извиняйте, друзья, ну что ж поделать. Вот. Итак, ладно, сейчас хочу... ну тут я понимаю, понятно, что нас здесь надо пофиксить все сейчас, потому что я тут в землю еще пострелял чуть-чуть. Ну так, ну чтобы веселее было, да? Ой, блин, вот это я зря, вот это я зря. Так, что здесь... Как обычно, проверяем стеночку. Ну, очень минимальный, друзья. Очень минимальный дамаг. Сами видите, да? Без всякого якого. Мы просто отстояли просто... 49-й день. Без вообще единой проблемы. Из-за того, что тупо не получилось проверить, протестить эти, блин, дротики. Ну да ладно, в следующий раз получится, по-любому. Вот, сейчас надо установить... Так, что здесь у нас тут? Надо что-то ремонтировать? Нет, ну, вроде бы нет. Вроде не продамажено. Ну, тут было продамажено, но не знаю, это опять, наверное, я накосячил, как обычно. Так, где наш люк? Вот это, ставим люк. Так, ставим и на универсал под прямым углом. И улучшенное. Давай уж. Отлично. Восьмерочку, подсоединяем сенсор. Отлично. Итак. Итак, видите, как у нас, друзья, получилось. Все просто бомбезно, бомбически. И все получилось, кроме того, что ну чисто маленький сечок. Но это, опять же, я накосячил. Это не... Потому что еще раз не проверил, как полагается, и то. Видите, у нас минус 4 ловушки были, да, получается. А почему так светло? А, у нас туман. И... А вот, я говорю, продамажили все-таки. Они иногда здесь застревают. У нас, потому что вроде бы все сравнял я, да, но все равно как-то им это не очень нравится. Так, это сейчас улучшим. Так, хорошо.
Потом я здесь теперь, может быть, в железо иду, еще не знаю. Потому что, например, лестница у нас сделана из железных, из стали. Вот. И как я в нижней части укрепил ее сталью, все из стали. Чтобы мало ли что. Я потом еще подумал, может быть, зашить это все, вот это промежуток, ну не знаю. Надо ли вообще зашивать его? Вроде бы они идут вдоль этого. Просто из-за того, чтобы, если, например, ну, если даже не улетят, например, они улетят на другую мясорубку, так что все равно мясорубки будут работать. Это вообще не стоит даже, я думаю, этих обращать на это внимание. Так, ну хорошо, ладно, у нас так, что здесь? Тут что-то продамажено. Ну, здесь надо проверить, потому что, ну, я тут пару раз в землю стрельнул. Ну, так, вот, обратно. Окей, все нормально. И иногда бывает вот эта самая уязвимая часть, вот это тоже, эти углы, потому что по физике мы вроде бы и не видим, да, это collision mode, да, но оно есть. И зомбари, они идут, и они... Потому они идут больше всего по центру, потому что стенки их выталкивают, вот. Такая вот тема. Так, смотрим, что у нас по дамагу по этим. Сколько здесь все? Тут же был только что показывал, что тебе надо починить. Нет, не надо уже. Ну ладно, не надо, так надо. 99... 97, не буду дочинить. 80, ладно, починю тебя. Тут чуть побольше, потому что это где больше не застревали у нас. 99, не буду чинить. 98, не буду чинить. Растяжка взаимодействия не... Окей, и здесь чуть починим, потому что это первая ячейка. Так, хорошо. Все отлично. Так, все замечательно. Так, ну что, друзья. Как вам... база, как вам охрана, улучшение и так далее и тому подобное, оставляйте в комментариях под этим видосиком, друзья. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, мы обязательно на них ответим. Вот, так что не переживайте. Так, и кстати говоря, если я вырублю это, я хочу просто проверить, или он загорается. Нет, он не загорается, мне надо сдать зомбаря, чтобы его проверить. То, что я хочу, потому что, почему я так поставил, потому что, когда будет стрелять дротик, он врубит лампочку, и тогда я смогу понять, что он выстрелил, да? Вот. Такой вот индикатор. Ладно, это вырубим сейчас все. Вот, такие, друзья, дела. Следующее видео у нас будет посвящено уже квестам. Я обещал уже в предыдущей серии, чтобы делать, но я тут чуть-чуть увлекся добычей и улучшением, и вообще лутом, чтобы как-то более-менее подготовиться. Вот, и сейчас будем второй выполнять по цепочке продавцов. Плюс еще у нас целая куча квестов здесь есть. Вот, будет их тоже как-то повыполнять. По добыче, что мы получили сегодня? Ну, вот такую дрянь получили, охотничье ружье, которое мы сейчас разберем. Ну, вот, броню, фугасный снаряд, патроны для дробаша, 1197 долларов. Вот, еду парочку, и все. Ну, и чуть-чуть коблстоуна, да, булыжника. И по большому счету ничего. По патронам мы истратили, друзья, вообще ни черта. Даже, и, может быть, 100 патронов воспользуйтесь на эмочке, М60, да. Ну, и здесь чуть побольше, потому что мы здесь более-менее валили по этим зомбарям. Ну, и плюс... патрон здесь потратили большинство, чтобы... привлекать зомбарей. Я думаю, что я поставлю потом рупор, чтобы рупор привлекал зомбарей. Я не знаю, как он будет громко звучать, я не знаю, ну, надо будет проверить, затестить, чтобы он не мешал в стримах. Вот. Так-то, друзья, если есть какие-то комментики, советики или какие-то вопросики, не стесняйтесь, оставляйте под видео, под этим видео, друзья. А также, если вам понравилось видео, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о новых видосиках. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь. Увидимся уже с вами в следующем эпизоде. Всего доброго, друзья. Пока-пока.